Время? Давайте, идите. Давай быстрее броски, первый. 30 бросков, первый. Время пошло. Маша, через плечо. Бедро не делай. Раз. Два. Три. Можно с колен. Можно с колен делать. Четыре. Ноги шире, Владимир. Пять. Семь. Восемь. Девять. Десять. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Руку не раскинул. Восемь. Девять. Десять. Двадцать. Еще сорок. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Тридцать. Раз. Два. Три. Четыре, Таня, иди к Маше, Владимир, иди к Бутуку. Пять, ты отдыхаешь. Ты отдыхаешь. Шесть. Семь. Голову Бутук. Восемь. Девять. Сорок. Раз. Еще двадцать. Два. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Пятьдесят. Еще десять. Раз. Два, мешок пояс развязался. Три, черный пояс развязался. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Мате. Заправились. Вы сделали по 30 бросков. Что такое 30 бросков? Рассказываю, что в сборной идет в конце, после того, как подборолся там отработка, все, борьба, партеры, стойки, в конце идет набрасывание. 30 секунд 1, 30 второй, 20, 20 и 10, 10. Равно 50. И вот представьте, да, что вы сделали в конце тренировки. Даже не почувствовал. А вы все сделали по 30 бросков. За 2 минуты нужно было сделать 50 минимум. Если вы хотите хорошо бороться. Все, встали в стойку. Сейчас боремся без бросков. Ставим стойку. Видите, у вас после 60 бросков вы уже плохо слышите, плохо видите, потому что вы уставшие. Голова кружится. От чего? От так надо чаще ходить на тренировку. Так, падаешь, вставай. Шмай, давай.
Кошмар. Сажаешь. А если я делал по 200 за тренировку, 300 бросков? И мой партнер, и я. Просто если это идет, а я вообще вот это вот автобус, особенно автобус, это вообще раньше у меня плохо так было. Самолет вообще ужас. Сейчас более-менее. То есть... Вставай. Все, боремся. Вставай. Приготовились, боремся. Еще раз, если идет бросок, то захват двумя руками, вы в стойке. Без падения. Раунд. Хаджи. Да. Ну, раунд далеко. Да. Под дзюдо 2 минуты будем. Стоит прямо, то вы сейчас ноги будете смотреть, трусы там будете смотреть. А ты за практику. А то я тебя вызвал, а ты не готов. Владимир, ты борешься или что? Да, да, стойко. Только стойко. Да, Влад, ты с падением сделал. Ты с падением сделал. Владимир, соберись. Это тебе не Маша. И не Даник. Давай, давай. Да, ты не Даник, но как уже один. Правильно. Вот, молодец. Самбо есть под задумья. Маша, ты борешься или гуляешь? Ты что, на свидание пришла, Маша? Давай борись. Даник уже вторую тренировку. Подсек, высекай, высекай его под набор. Пастухов мэй, цера не мэй. Он тебя захватил этот набор? Да, знаю, я не знаю. Ну, так что знаю. Стойка, Маша. Этот, Нарёк, зайди к нам, пожалуйста, там они воду пили. Посмотри, если чайника воды мало, принеси нам. Я выполнял. А, ты выполнил? Включи ты туда. Я сейчас пойду кофе. Две минуты. Да-да, а, спасибо. Владимир, залило, вот, видишь? Вот тут ставим. Владимир, вот ты стоял, тебе надо было забежать перед ним. И все. И раскрутить его, положить на спину, а ты остался. Маша, просто. Так. Встаешь и руку держишь. Вот сейчас. Так ты сказали, что нам дали. Так нет, а все равно что, жопа не должна чувствовать, нет? А вдруг ты возьмешь и бросишь? Оставил одну руку. Ужас просто. Марио, сиди в бутуху. Владимир. Владимир. Да. Видишь, он взял и нарушил. А что я ему скажу? Правильно сделал. Нормально. Нормально, давай Борис, он специально это делает. Я с ним боролся, знаю. Она чуть не накапливает, ты знаешь? Да. Сначала вот так ударил, потом еще локтем. Ну ты же знаешь, как девочки в футбол играют. Они пока все ноги не отсыпают, не поломают, не успокоятся. Аккуратно с ней, Борис. Вот, сверху, вот, и все.
Даник отдыхает, Кудина. Еще раз Марик не расслабляется, это такой чувак. Сейчас он молодец. Красавец. Он, бля, он в один ворота зашел, блин. Тот раз ногу он остановил его. Хоп, зашел, еще что-то за раз. Хоп, ноги сбили. Я думал, что он сдал. А он, кажется, не сдал, что он... Так, 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 ушли, ушли. Еще раз. Поставили здесь руку, он захватывает руку, захватил руку. Захватил, встал, вы упали, сделал удержание. Еще раз убираю. Руку, поэтому руку вот здесь, чтобы он не смог захватить. Раз. Второй рукой. Пропускаете ручку. Раз. Пропустили. Все, дальше перешли. Рука это под голову. Хоп, перевернули и удержание отсюда. Раз, два. И не надо эту руку отпускать. Вот эту руку нельзя отпускать. Еще раз. Пожалуйста, не боритесь. Ты не должен быть как сосиска, чуть-чуть защищаться. А вы должны, значит, разрешайте взять. Вот прийти чуть-чуть дальше. Чуть-чуть отойти, повернуть. Вот рука идет под голову и захватывает или руку, или плечо. Раз, все, это удержание. Вопросы есть? Вперед! Первый номер. Вперед! Влад, не вижу у тебя. Вперед! Начали. Первый номер. Сел сверху, захватил руку, перевернул. Раз, ногу убирал, хоп, потянул. Делай так. Сядь хорошо. Хоп, вот так. Пошел, пошел, еще раз. Еще раз, Даник, иди сюда. Возьми и принеси воды. Воды.
смотришь и хочешь показать мне, что так не получается. А у меня получается почему-то. А я тебе объясню потом, почему. Так, а сейчас заклад берем двумя руками. Двумя, не одной.